Снегопад на гонках — явление сезона. Гонки по ледяным скользким дорогам требуют мастерства при прохождении поворотов и умения выходить из заносов. Берегись снежных наносов, они будут препятствовать твоему продвижению. Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами закончили невероятно сложное ралли Франции. Ну и сейчас у нас водораздел, так сказать, ралли Швеции предстоит. Это четвертое ралли по счету. Ну и давайте, как обычно, настроимся. Это моя вторая попытка. Как обычно, я разок протестировался, и первый раз у меня не получилось, потому что я настройки, видимо, неправильные выбрал. Я завысил ее слишком сильно перенес назад дифференциал. Ну, сейчас вот к концу этапа настроил более или менее, ну и сейчас вот применяю именно те настройки, которые, как мне кажется, ну, наиболее подходят для этой трассы. Вот видите, в правом нижнем углу мои времена опять остались. Решил я не перезапускаться, а как бы, ну, поехать еще раз здесь же, чтобы эти времена были видны, как это было и во Франции, чтобы можно было сравнить. Вот, ну, надеюсь, что сейчас будет лучше, чем это было на во время тестов. Потому что изначально, когда я только-только поехал первый этап, первый спецучасток, я очень много вообще времени проигрывал. Но потом по мере прохождения и того, как сервисная зона была доступна, я настройки чуть менял. И перед последними двумя спецучастками вот ехал именно на этих настройках, и там удалось наконец-таки победить, но все-таки уже было время упущено, и, ну, в общем, думаю, ничего страшного, то что разок я проехался и настроил машину. Зато сейчас можно будет, ну, уже как-то сражаться с ними. Вообще, я ожидал, что Швеция будет попроще. Как-то мне зимние этапы казались, что... Ну и вообще, они мне и давались-то, в принципе, раньше проще. Помню, я отрывы делал достаточно большие, но сейчас как-то то ли разучился, то ли... Не знаю, в чем причина. Мало ездил, может быть. Ну и Швеция достаточно сложная показалась. Машина достаточно сильно буксует. Ну и поэтому сейчас я вот как раз таки чуть-чуть вперед перенес нагрузку дифференциала, чтобы передок побольше греб. Ну и после этого стало как-то полегче. Так, ну вот, вырвались таки на первое место. И самое что интересное, вот первый раз, когда проехал, первое место у меня тогда занял Дугас опять на Пежохе, то есть он основным соперником стал. Вторым был Макрей, а третьим был Бака опять на Тойоте. Вот. А ну вот видите, сейчас удалось лучше проехать гораздо, чем был мой первый проезд. Ну сейчас Макрей второе место занимает у нас, и Йонсон там какой-то. Ну в общем, да, рандом тут работает по полной. И ну то есть две попытки проезда по одному и тому же ралли, и результат будет абсолютно разный. Не так, что здесь, ну не знаю, как-то скриптами прописано, что вот именно там должен кто-то лидировать. Рандом полнейший.
мне чем не нравилось, не нравятся зимние этапы, что на них такие колеса ставят очень узкие и смотрится, ну, вообще бедно так. Прям убого машина смотрится вот с этими, ну, большими арками, ну, и колесами утопленными туда. Вообще меня всегда, если честно, удивляло, почему на снежных трассах используются настолько узкие покрышки. Мне почему-то казалось, что наоборот, ну как бы пошире надо, пятно контакта побольше, соответственно, там сцепление лучше, а, видимо, как-то не так. Ну, может быть, то, что узкие покрышки лучше снег прорезают, они же еще и шипованные. Не знаю, скорее всего, как-то в этом дело. Вот это прикольный участок, он сложный, конечно, чисто по озеру, видимо, ну, может, озеро, может, река какая-то. Тут галимый лед и просто трешки идут одна за другой. Нескончаемая эска просто. Змейка такая. И я когда первый раз тут ехал, машина очень плохо управлялась, я столько времени тут потерял. Ну, сейчас вот вроде бы тоже немножко потерял, но совсем не критично. Попробовал, кстати, тут немножко в аркаду поездить перед записью тоже. И если помните, после первого ралли в Финляндии мы с вами выиграли чит-код там, фаербол. Ну, я подумал, что в аркаде его можно включить, ну, тем более, что мне еще и подсказали. Вот. Но что-то я не нашел, где его включить, чит-код, поэтому просто поездил. Так, ну вот, начало положено. Так, ну и тоже, смотрите, целых 7 секунд отыграли сами у себя. А, смотрите, Йонсен опять второй. На Пежохе, ну, Пежоха, да, вот я говорю, в первый раз Дугас был на Пежохе лучшим. Кстати, в реальности, по-моему, здесь также на Пежохе как раз-таки 206-й победил Гронхольм в 2000 году. Вот, так что да, Пежохи здесь сильны в снегах. Ну и тем более еще и Скандинавия. Вообще, в ралли Швеции за все время его проведения, ну, с самого начала чемпионатов мира по ралли, всего там считанные разы выигрывал не скандинав. Среди них как раз, по-моему, девятикратный, да, чемпион мира Себастьян Лёб. И вот недавно еще один француз выиграл, это Ажье. Так что французам покорилась Скандинавия все-таки спустя несколько десятков лет. Ну и надеюсь покориться русским. Так, ну ладно, это еще не скоро. Снежок идет, блин, красиво, конечно, красиво. Игра великолепно выглядит. Трешки, одни трешки, вот просто ралли Швеция, это повороты трешки, просто символ. Никаких практически больше нет. Ой-ой-ой-ой, блин, в первый раз я когда ехал, я тоже заехал туда, блин. А тут, видите, все так близко. Сейчас едем, то секунда вперед, то секунда назад отыгрывается. Вообще надо аккуратно очень ехать. А, это еще и короткий спецучасток. Окей. Так, ну, тоже свое время улучшили, но все-таки не удалось выиграть.
Ага, Макрей первый, вон и Бакка вылез. И опять Пежоха. Ну, в общем, в зачете лидируем пока. Но Макрей чуть-чуть подсократил. 5 секунд, блин. Все очень близко. Ой, опять снежок. На закате вообще. Красотища. Блестяще просто. Тут, кстати, будет, да, ночной этап еще. Причем он будет восьмым. Тут и будет еще и супер специальный участок. Ух, какой перекресток. Опять в Dirt играл, ну, в Dirt новый имеется в виду. И что-то я прям на ралли-кросс подсел. Очень мне понравилась эта дисциплина. Ну, она такая захватывающая, во-первых, сама по себе. Ну и немаловажную роль, наверное, играет то, что в ралли-кроссе у меня лучше получается ехать. Ну, все-таки там попроще, что заучил трассу и, ну, уже можно как-то отыгрываться там. Вот. Целое ралли заучить, конечно, сложнее. Вот. Ну и гоняю вот сейчас второй чемпионат там. Шел у меня. Прикольно, прикольно. На мини-купере пока также все гоняю. Очень нравится. Конечно, молодцы, что разные дисциплины сделали тоже коудмастеры в новом гирте. Есть еще подъем на холм, но я вам уже говорил, но я его еще не пробовал. Там надо, машины уже достаточно дорогие, надо денег сначала накопить, у меня пока не хватает. Но обязательно попробую. Можете, кстати, так, небольшая рекламка. На Twitch канал мой подписаться тоже. Я на Твиче обычно, если стримлю, то, ну, без объявления, безо всего. То есть я его чисто Twitch канал использую просто как... Ну, там такие стримы у меня. Я там обычно включаю игру, я без комментариев. Иногда даже микрофон не включаю. Просто стримлю сразу с четвертой сонки. Потому что удобно. Нажал две кнопки, и все, стрим пошел. То есть такие они. Стримчики. Не особо качественные, скажем так. Но с PS4 вот сейчас бывает по вечерам стрим людирт. Как я там в него упарываюсь. Так, ну вот, этот этап нам удалось выиграть. Еще чуть-чуть у Макрея буквально сотые какие-то отыграли, кошмарики. Я говорю, у нас отрывы какие-то не раллины, а буквально формульные. Сотые доли секунды, ну. Так. А, и первый раз, когда я проходил, у меня еще была короткая коробка передач, и это тоже стрёмно. Она прям на короткую очень сильно буксует. Вот, сейчас у меня все-таки средняя стоит. Ну и это получше. Ну и плюс тут все-таки есть достаточно прямые участки кое-где. Особенно вот во второй половине этапа. Хорошо по снегу ехать, машина практически не бьется. Да, приятно. Когда допы зеленым отмечаются. Ну я говорю, я вот насколько помню, в детстве Швеция у меня проходила, ну как бы, когда я привыкал к управлению, я выигрывал здесь достаточно много. То есть она, в принципе, мне давалась достаточно легко. Ну, сейчас вот почему-то нету такого.
Ощущения. Еще желательно до ночного этапа бы вот отрыв бы сделать. Ну, я вообще на победу, конечно, не рассчитываю. Все-таки. Пока идем, в принципе, неплохо. Как лидируем. И если удастся примерно такой же темп сохранить, то желательно бы, конечно, на последнем этапе. Ну или на предпоследнем. Восьмым будет перед суперспециальной трассой. Иметь бы отрыв, конечно. Потому что ночь как-никак, да еще и в снегах там все бликует. Вот такой достаточно сложный этап здесь ночной. Хотя после первого Макрея я ночных этапов спецучастков стал меньше бояться. Все-таки немножко приноровился к ним. Раньше у меня прям панический страх перед ними был. Прям казалось, что как только ночной спецучасток, все, значит, я буду последним с огромным отрывом. Еще развилки бывают, блин. Пару раз там ошибался нехорошо, конечно. В Дирте, вот в новом, тоже постоянно на этих развилках туплю. Еще если этот командор неправильно, блин, диктует, ну, в смысле штурман, ай-яй-яй, еще и в дерево впесочился. Ух ты, гляньте-ка, 0,06 всего отыграл. Сам у себя. С предыдущего раза. Так, о, Дугас второй. Ну вот, пижохи, они все время тут впереди, но меняются между собой, поэтому не могут достойную конкуренцию, блин, Макрею составить. А, поэтому Макрей все-таки второй держится. Но у нас сейчас, насколько я помню, в чемпионате у нас два преследователя, и нам одинаково неприятно будет, если победит Дугас либо Макрей. Поэтому нужно обоих уделывать. Их там по 18 очков. Вот опять развилка такая. Кстати, тут такой небольшой, ну, спор не спор, непонятка, что ли, возникла. В общем, вот очередной развилка, это перекресток. В общем, один из подписчиков мне говорит, что здесь, в Колин Макрей Ралли 2, можно разбить машину до такой степени, что время все-таки починки увеличится. Помните, я вам в прошлой серии на этом, ну, как бы, внимание заострял чуть-чуть. Вот, так он говорит, что, мол, если до красного вот разбить там машину, то время, мол, увеличится в починке. Я же говорю, что нет ничего подобного, и здесь время стандартизировано и не зависит от того, насколько ты машину разбил. Ну-ка, ребята, рассудите, кто помнит, кто играл. Вот я знаю, что один из подписчиков сейчас говорит, что вот он играет на компьютере, продолжает Колин Макрей 2, значит, соответственно, может быть, знает, помнит. В общем, напишите в комментариях, либо к предыдущему видео, там видно, в общем, в каких комментариях про это мы общаемся, ну, либо к этому видео. Пишите, кто что как помнит, потому что, насколько я знаю и помню, нет, во второй части стандартизировано. Время всегда и не зависит, насколько разбить машину. То есть это осталось чисто в первой части, эта фишка, что зависит от того, насколько разбить машину. Так что жду ваших комментов по этому поводу. Подключайтесь. Вспоминайте.
много играли. Должны помнить. Блин, концовку закосячил. Бака, ништяк. Макрей все равно позади остался. Но я говорю, то есть Макрей, он стабильностью здесь Швеции берет чисто. Да. А все остальные меняются между собой. Он все время в тройке. Так, ну да. Но, тем не менее, все равно, смотрите, уже почти 10 секунд нам уступает. Это хорошо. Так. Очередной у нас сервис. Вот, видите. Так. Вот как раз таки, ну здесь машина практически, как я сказал, не бьется, но даже если ее расколошматить полностью в красную зону, время от этого не увеличится. Починки. 3, 2, 1, go! Так, ну что, это у нас последний этап, где попытаться можно еще что-то отыграть. Потому что следующий этап ночной, все-таки, естественно, он сложнее. И даже полегче сейчас они мне даются. Все равно вряд ли там что-то удастся отыграть. Скорее даже проиграю все равно. Задел такой неплохой, 9 секунд у нас сейчас. Тут, кстати, супер специальный участок, достаточно сложный такой. Ну, в этом же ключе вот эти вот трешки, вечные S-ки, перетекающие одна в другую. Вот оно, такое. Вытягивает потихоньку нервы. Как и эти трешечные повороты. Выматывают. Так, сейчас прямой участок достаточно. Швеции он смотрится как на коровье седло, очень необычно. Блин, чуть только это, сразу глубокий снег. Игрались, ну блин, опять вот эти вот милики, просто миллиметры, миллисекунды. Все очень нестабильно, буквально лишнее движение и все. А, есть еще, ну хоть почти 2 секунды еще. А, еще и Макрей не второй пришел, вообще отлично. Только я его похвалил, ух ты, смотрите-ка, хуже время, чем в прошлой попытке у меня здесь. Макрей аж четвертый, правда, все равно очень близко. Так, ну в итоге у нас перед ним задел 12, ну, пускай 11 секунд. Ну опять же, блин, все вот стоит здесь вот сейчас закосячиться ночью. Вот сейчас ночной этап, да. И будет, конечно, печально. Ну, смотрите, как бликует, насколько снег отражает свет, и вообще непонятно, где границы поворота, где можно ехать, а где уже начинается снежный занос, нанос. И я пытался ехать, как я обычно еду, с ну, с капота я же обычно ночью еду, а здесь нет, здесь с капота, когда едешь, вообще ужас. То есть, вот этот бликующий снег, он вообще перед носом у тебя, и совсем непонятно, куда ехать. Границ трассы не видно, все размывается. Поэтому от третьего лица все-таки здесь получше ехать.
Все-таки проигрываем потихонечку. Ну, главное не слить все преимущество, конечно. Предыдущие попытки, первые у меня здесь машина уже была хорошо настроена, и я умудрился даже здесь чуть-чуть отыграть, там меньше секунды, но все-таки приехать первым. Надеюсь, что сейчас что-то подобное удастся изобразить. Ай-яй-яй! Вообще хотел налево поворачивать, вправо поворот. Я говорю, блин, все размывается. Кстати, это действительно тоже вот они смогли передать вот эту реалистичность. Ведь когда зимой едешь по проселочной дороге, которая вся в снегу ночью, вот такой эффект и есть. Все размывается. Молодцы, конечно. Имея такие слабые ресурсы в своих руках, настолько хорошо они вот проработали. Рановато начал тормозить. В общем, очередной раз диву даюсь реалистичности именно данной игры. Ну, есть! Практически что, время один в один. Вот где-то столько же я тогда выиграл. Нет, в свое время превзошел. Но Макрея на пару секунд обошел. Сколько там? 14, да, где-то? 13,5. Неплохо, неплохо. Ну что, остался последний. Нам проехать СС, спецучасток. Супер спешл. Ой, вообще ни о чем. Так, ладно, менять настройки не будем, от добра добра не ищут. Ой, кто-то мне прямо в болид, в догонку письмо прислал. Так, ну вот, я как сказал, супер специальный участок здесь сложный. Ай, нет, нет! Да ё-моё, аккуратней, блин! Блин, только все не растерять преимущество. Ну это будет совсем смешно просто. И очень обидно. Самое главное. Если мы сейчас на супер специальном участке все преимущество сольем. Удачно ударился. Давай, давай, импресска, давай. Вытягивай. Так, ну осталось пару поворотов еще. Перекрещивается трасса. Да, ну проиграл ему много. Ух, 5,5 секунд. Фу. Но тем не менее. Ой, я даже хуже, да, проехал, чем сам же в прошлый раз. Но второй круг, заметьте, лучше. На первом закосячился, конечно, да. Но в итоге привезли мы все-таки Макрею 7 секундочек. Почти 8 даже. Так, в итоге. А, Йонсен. Дугас немножко провалился. Ух ты, мини-купер дали. Мини-купер С. Это у нас вторая машина уже, да? Лансер, вот кар. Ладно, за сим я, как говорится, откланяюсь. И попрошу вас подписаться на канал, на группу ВКонтакте и. Попрошу еще вас делиться видео моими, это поможет, конечно, в наборе подписчиков, вот, так что
очень попрошу вас поделиться видосиками. Ну а с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.